Карагандинцы снова на ринге. Во дворце спорта имени Нуркина Абдирова стартовал турнир на призы мастера спорта СССР по боксу Леонида Тлеубаева. Улан-Удэ облысы, Алматы облысы, Абай қаласы, Балқаш қаласы, Теміртау қаласы. Турнир на призы заслуженного тренера СССР и Республики Казахстан Тлеубаева Леонида Рахимжановича проводится впервые и поэтому привлекает к себе особое внимание. Старт торжественному открытию дал сам Леонид Рахимжанович. Мне очень приятно и волнительно находиться здесь, в этом зале, где прошла моя половина моей жизни. Поэтому в этом зале, вот в этом углу боксировал Головкин со своим учеником, вот здесь вот. Елеев был маленький, Баранкулов, ну, много перечислять можно. Поэтому я очень рад, что проводится, во-первых, самое главное, соревнование проводится. Я желаю всем вам побед. Пусть победит сильнейший. В турнире задействованы боксеры 2009-2010 годов рождения. Общее количество участников 175 человек, которые будут соревноваться в 15 весовых категориях. Этот турнир будет теперь каждый год проводиться. Мы его сейчас первый раз проводим. Ребята участвуют 2009-2010 года. Я думаю, теперь с этих ребят мы посмотрим в дальнейшем, какие будут у нас чемпионы. Сегодня 49 пар. Так что я думаю, все будет хорошо. Хотел поздравить Леонида Рахимжановича, пожелать ему здоровья, удачи, чтобы этот турнир с его турнира выходили новые имена, олимпийские чемпионы, чемпионы мира. Айржан Тамерлан – один из участников данного турнира. Несмотря на свой юный возраст, имеет немалый опыт в ведении боя. Сегодня он будет покорять весовую категорию до 42 килограмм, где первым его соперником станет Тулеу Нурали, представляющий команду Дворца спорта. Мастер спорта Республики Казахстан. Дебютный турнир поддержали сразу несколько компаний и организаций, одним из которых выступило Республиканское общественное объединение «Союз спортсменов Казахстана» по Карагандинской области, во главе которого Марат Нурказов. Я надеюсь, что данный турнир будет проводиться ежегодно и будет только набирать обороты, как говорится. Поэтому мы, как ученики, в свою очередь, хотели этим самым показать свое внимание, свое уважение. То есть этот тренер не только нас научил навыкам в спорте, но и держать удар по жизни, как говорится. Поэтому, надеюсь, хочу данный турнир пожелать больших побед, удачи. Пусть это будет трамплином для дальнейших побед. Владимир Мусин, Серик Тугаев, Николай Шевелев, 5 канал.